Я опоздал, потому что для тебя клубник собирал. Да, вот да, он, да, да, от души да. От души душевно. Имбирь маринованный. Клубничка для братана Михи. Сегодня будем подкрепляться супер чудо-клубникой. И стартует турист. Стартует турист. Работать. Стартует турист работать. Итак, ребята, в рубрике «Новшества». Ай, бля. Мы вновь рассказываем о нововведениях в подводной охоте. Да. И сегодня Миха расскажет вам о своем ноу-хау. Итак, братан, расскажи, что это такое. Короче, чё, у меня фонарь так крепился. А подумаю, а почему бы мне вот избавиться от чудо-изоленты и прилепить вот такую вот хрень. Короче, испортил вот одну креплялку для камеры. Угу. И взял хомут для 25-й трубы обычный. Все очень удобно, крутится, вертится, надо снять. Берем херак вот так вот и снимаем все это. Как, вот, как. Элементарно. Понятно. Удобно, конечно, это не ново. То есть ты предал, получается, Вована Шаверина, да? Предал изоленту. Пойми, изоленту. Ёкарный мамай. Ну так вот сейчас братан наснимает крутых кадров. Да, надеюсь, я буду включать камеру. Сегодня, потому что у нас ожидается супер-мега-сплав. Итак, ребята, сегодняшним спонсором бич команды Бахва. Не надо таких слов. А бич не надо. Почему? Душевный команды Бахва. Ну, может, бомж команды Бахва, ладно. Нет, не бомж. Почему? У тебя есть лодка? У меня есть квартира. Ну, блядь, такой крутой. Значит, уже не бомж. Ну, знаете, ну, короче, все, сегодняшний спонсором бич команды Бахва. Да не бич команды, никакой заебал. Не спонсор, вы что? Вот, становится тот замечательный человек Паша. Паша, привет! Всем привет! Всем привет, вот. И сегодня мы на его супер-обичке. Точно, супер-обичке рванем и ударим по Толстолобу, да, братан? И Амуру. 100%. Как его найдем, как побьем. Да. Вот. Паш, что у тебя за движок, скажи? Движок 30-ка, Honda. Тридцатка Honda. Представляешь, на обичке. Это мы сейчас дуванем как следует. Да, брата? Полетим. Полетим. Ну чё? Ну насчет бич-команды, может быть, кто-то и прав. Всё, бич-стайл, как понял. Итак, Бахва, вперед! You fresh from the earth, from the sea.
Давай пару ласковых, короче, на пусы. Можно считать, рыбалку удалась, да? Конечно, удалась. Подарок космический. Эмоции вагон. Еще раз скажем Паше спасибо. Паша, за предоставленное это транспортное средство, да, братан? Ракету. Вот, как говорится, не имей лодку, а имей 100 друзей. Да, братан? Вот так вот, ребята, с вами была ваша любимая команда Бахва, Миха, Саня. И тут вот еще Паша сегодня затесался из Олега. Нечаев, привет! Нечаев обрыбится, походу, вообще. Ну все, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.